самочувствие. Еще раз. Отлично. Я рада. Рада я. Все ок, нормально, настроение норм. Угу. Ой, сколько мне хочется вам сегодня рассказать, сколько много хочется сделать. Самое главное, ничего не забыть, не упустить. Все сделать. Прекрасно. Чего и всем желаю. О, молодец, норм. Все хорошо, нормально, настроение, самочувствие потрясающее. Шикарно просто. После луча лучше, хорошо. Сегодня полегче. Угу. И огонь горит, свеча. Почему хорошо? Потому что живой огонь, он всегда хорошо, он чистит. Без разницы, что это, таблетка церковная или магазинная свеча, парафиновая, там, не знаю какая. Очень, не очень удобно, но очень хорошо видно по расслабленности. Угу. По магазинским свечам что происходит? Церковная, она очень быстро сгорает. А вот это вот белые или желтые, они толстые, оплывают, и фитилек, огонь вытягивается. Очень интересно наблюдать, и видно, что выходит, что, как идет чистка. И вода питьевая, не кипяченая, она будет заряжаться во время нашего общения, потому что я не просто что-то разговариваю, я всегда работаю. Работаю с вами, те, кто находится здесь, в вебинарной комнате. Ну, разрешения я не спрашиваю, поскольку вы зашли, вы, значит, хотите что-то узнать, что-то изменить, и, возможно, что-то новое услышать. Я надеюсь, я вам это расскажу. Воды может быть сколько угодно. Стакан, наперсток, фляга. Рядом стоят, они зарядятся. И без разницы, закрыто или открыто. У меня иногда спрашивают, бутылку пластиковую открыть крышку или можно, чтобы она была закрытой? И я рассказываю. Вот представьте, где нахожусь я, где находитесь вы, какое расстояние между нами. И ну, у вас, естественно же, есть пол, потолок, а если вы живете в многоэтажном доме, там, естественно, сколько перекрытий. И если сквозь эти перекрытия до вас дошли энергии, то какая-то крышечка пластмассовая, она, по сути, роли уже никакой не играет. Для энергии нет преград. Так, нормально. Настроение, самочувствие. Восковая сама лепила. Там, тем более ваша энергетика, это вообще просто супер. Для очищения это очень хорошо. Просто прелесть. Молодец. Добрый, добрый, добрый. И начнем. Поскольку у нас сегодня разговор о деньгах. О, кстати, тонометры. Что-то никто не спросил, да, что, зачем. У кого есть тонометры, кто приготовил тонометры, смерите, пожалуйста, сейчас давление, пульс, запишите, если у вас автоматические. Просто чисто для себя. Добрый. Чисто для себя, чтобы знать, что будет происходить. Добрый.
Ну и, естественно, в процессе нашего общения задавайте вопросы, если вам что-то непонятно или интересно. Особенно новенькие, но новенькие обычно у нас больше молчат. Просто обращайте внимание, что происходит. Ну и, соответственно, поскольку я работаю, да, те, кто пишет вопросы, что-то спрашивает, неважно, это по личной теме, по личному вопросу или по общему, я, естественно, на это обращаю внимание, я зачитываю вопрос, я вам отвечаю. А мы все знаем, что куда направлено внимание, туда направлена энергия. Направленная энергия, значит, работа идет. Почему у нас, вот обратите внимание, да, достаточно живое общение. Вебинар только начался, а у нас так хорошо все отвечают и привлекают внимание. Все хотела сейчас написать, что давление сегодня повышенное, хотя всегда низкое. Сейчас голова болит, подташнивает. Вот, кстати, по сегодняшнему. Но у меня сегодня тоже состояние не физическое, мягко говоря, не очень. Я уже говорила об этом. В последнее время мне не нравятся вибрации, которые идут. Это обычно происходит перед Новым годом, потому что достаточно много событий, каких-то божественных праздников. 21-е, да, у нас 12-12 портал, 21-го он закроется, зеркальный. Новый год, эмоции, естественно, идут. И Новый год для нас, для всех, он как определенный порог, переход куда-то, для чего-то. И вот сегодня я поняла, что вот эти вот вибрации, в основном, они направлены на то, чтобы человек выдохнул. Выдохнул, успокоился. Какое-то время нужно переждать. И мысленно принимать решение, что дальше делать, как жить. Для того, чтобы жить счастливо, радостно. И, ну, как моя позиция, прикладывать как можно меньше усилий, но получать больший результат. 85 уже. Повышенное. Ну вот и физическое состояние не только у меня, и ну, у многих, с кем я сегодня общалась. Сегодня день тоже какой-то сумасшедший достаточно. Немножко голова побаливает. Алин, аспиринчик. Сужение сосудов идет, перепады давления, перепады энергии, даже если перепадов давления атмосферного нет, перепады энергии недостаточно сильно сказываются на организме человека. Тем более на организме тех, кто занимается энергиями или целительством. Потому что мы очень хорошо чувствуем, что происходит. Не всегда мы можем объяснить. Но, тем не менее, на нас это влияет. В последнее время усталость, сонливость, со зрением, что-то все время хочется спать, усталость. Устаться не убирается это состояние. Саш, ты на диагностике была? Нет. Я, по-моему, тебе говорила, да, уже, что это очень большой отток энергии идет. Плюс работа. Рада, что подключилась.
Зашла с телефона, получилось. Пульс 70, наполнение звонкое. Сегодня подташнила весь день, болела голова. После сеанса по смертельным стало полегче. Девчонки, мальчишки, не забывайте чистить голову. Потому что я и дальше, в дальнейшем буду говорить. Очень много у нас программ в голове, заложенных уже в этой жизни. Я даже не беру карму и род. В этой жизни очень много стереотипов, программ и ограничений. Заранее хочу сказать, буквально сегодня поставили вебинар, будет 27-го в 21. Сообщение позже будет, как обычно, очень интересный, очень полезный. Но я так думаю, что, как обычно, я вас вгоню в шоковое состояние. Оно, в принципе, все достаточно просто, но стоит только задуматься о том, что мы делаем и как мы делаем. Так что 27-го не забудьте. Так, зрение стало похуже. Зрение, глазки, фантомные, руки, пальцы. И фантомными пальцами по глазному яблоку. Изнутри прям полностью глазное яблоко вот так вот провели. Фантомными пальцами стряхнули. И так несколько раз. Потому что мы очень много видим. Не всегда мы можем это осмыслить, но тем не менее видим и слышим мы очень много. Соответственно, каждый день негатива достаточно. Это очень простая практика фантомными пальцами почистить глазки. Уходит песок в глазах, ощущение песка. Зрение становится четче. Попробуйте прямо сейчас это сделать несколько раз и сразу увидите результат. Это как любое очищение. Всегда, везде. Это вот как утром. Вы встаете, идете в туалет, умываетесь, чистите зубы. Вы делаете это на физике. На тонком плане тоже нужно это делать. Давление скачет в последнее время, то пониженное, то повышенное, оно скачет. Сейчас много работаю с энергиями. Угу. Опять же, скоро будет вебинар, не помню, по-моему, на тотальное очищение. Там я расскажу, для чего нужна диагностика и для чего нужны индивидуальные сеансы. Почему, что происходит. Пульс 84. Включаю высокочастотные, работаю с ними, хондрит, кундалини, чего там у тебя хондрит. Тоже почему-то постоянно хочу спать. Наверное, стоя могу уснуть. Угу, кто же энергии не хватает, все 100 на 70, пульс 85. Это пониженное, это ваше рабочее давление. Ура, я с вами. Привет. 35 на 80. Вот, пальцы, да? Ну, естественно, мы их туда в глаза запихивать не будем, потому что чревато. Вот просто поднесли, да, чтобы вам наглядно было. И фантомные, просто фантомные, воображаемые руки, пальцы. Удлинили и вот так вот по глазному яблоку, вот так вот и прошли. И так несколько раз, до тех пор, пока дискомфорт не уйдет. Сомневаюсь сильно на работе, особенно прям вырубает. Комфортная для меня, у всех разная. Люда, нашла гарантийный талон, потеряла денежный амулетик. Угу. Да. Время перехода, как я уже говорила. Угу.
на 10 пунктов. На здоровье. За несколько минут вебинара давление упало на 16 единиц. Угу. Сейчас дальше продолжим. Я почему как бы немножко отвлеклась, чтобы у вас было время смерить давление. Тоже последнее время рано ложусь спать. Усталость к вечеру, зрение тоже похуже. Сонливость. Угу. Когда идет сонливость, особенно, ну, в данном случае я говорю про себя. Я не знаю, кто там как работает из целителей. Как я уже говорила, я работаю, я не просто разговариваю. Повышенная любовь. Идет работа с организмом. Идет очищение. Организм реагирует адекватно. Когда лучше всего идет восстановление организма? Во время сна. Если вы сейчас спать захотите или хотите уже, это нормально. Это не потому, что скучно, непонятно, это идет работа. В последнее время просыпаюсь от того, что подкатывает что-то в горло, не сплю с 4 до 6. Наталь, ты в это время просто открывай энергии и на очищение и на защиту. И пусть оно выходит, чистка. Но, видимо, что-то должно именно в это время выйти. Угу, 137, угу, повышенное. Про давление сказать не могу, а так пью сейчас кофе. После работы тяжесть в ногах, спать иногда хочется. Ну, после работы это ясно, понятно. Час ночи. Угу. Ну, у меня тоже первый час. Это нормально. Ладно. Начнем работать. У кого есть посвящение, открываем, которые я говорю. У кого нет, просто принимаете энергии, принимаете работу, ту, которая сейчас происходит. Энергия Вознесения 999, или Рафтан, или энергия Объединения 999, усиление. До 150. Угу. Золотая пирамида 999. Угу. Лен, на всех открыто. На всех. Все, кто здесь находится. Золотая пирамида. К ней ведет широкая лестница, по которой мы все должны подняться. Что мне нравится, эта энергия чистит от всех программ, которые мешают поступлению денег. И наблюдайте, что у вас сейчас происходит. Вот вы поднимаетесь по широкой золотой лестнице в золотую пирамиду. Добрый. Эта лестница очень хорошо показывает ваше отношение к деньгам. Пирамиды так часто с глазами крылатые еще. Угу. Не, это просто, просто золотая пирамида. Без глаз, без крыльев. Два дня ноги так крутят, что аж плакать хочется. Лидия, энергетический пылесос и вот это вот кручение. Высасывать. Нависает что-то слева. У меня она серая лестница. Вот у кого-то серая.
Вот смотрите, да, девчонки, мальчишки, Лена и Люба подряд написали: серая лестница, она должна быть золотая. Бурлит живот, болят колени. Угу. Сужается лестница. Все увеличивается, волны кольцами прохожу. Уши почему закладывает, высоко забралась, нет. Порноглаз на лестнице, на пирамиде. Ну пусть будет глаз, господи. Середка у лестницы рассыпалась, лезу по палкам наверх. Угу. Красивейшая, широкая. Угу. По лестнице в пирамиду идти. Золотая пирамида, я почти наверху. Белая. Нарадуюсь много. Красивая, широкая, узкая. Угу. Золотая, широкая, рада. Переливается. Вообще пирамиду не вижу. Не факт, просто знаете, что она есть. У кого-то сейчас вот элементарно внутренний дискомфорт, страх, возможно, паника, неприятные ощущения. Даже вот то, что как вы видите лестницу, что происходит, как вы по ней идете, бежите, ползете. Человека 4, 5, 6 практически пластом лежат внизу около лестницы. Вот этих товарищей мне придется практически за руки, за ноги, за волосы тащить наверх. Поднимаюсь, как в театре. Такая радость, аж дух захватывает. Бегу. Золотая, широкая, вверху над пирамидой еще и алмаз крутится. Угу. Иду спокойно, постоянно оглядываюсь и в черных очках. Вот Оль, да, вот уже посторонний предмет, черные очки. Снимаем все лишнее, выкидываем. Волшебный пинок. Под жопку дайте. Всегда, пожалуйста. Легко. Вроде иду. Угу. И заходим внутрь пирамиды. Каждый находится один единственный в своей собственной пирамиде золотой. И внутри круглая чаша стоит, большая. Вы в нее погружаетесь. Там такая субстанция, ни вода, ни песок, гелеобразное что-то, не мокрое, не противное, приятное. И вот эта вот субстанция проникает во все поры, по каждой клеточке вашего тела, плюхнулась, и идет работа, идет очищение от тех программ, которые на данный момент поднялись, которые мешают поступлению ваших денег. И вот сейчас, пожалуйста, еще раз смерите давление. И сравните. После подъема по лестнице шагаю бодро, сзади меня немного подыта, толпа людей идут за мной. Лен, как ты этих людей ощущаешь? Это однозначно не мы. Вот знаешь, у меня такое ощущение, что это как свора, которая идет и пытается поживиться за счет тебя. Такое ощущение, что ты вот эту вот всю шоблу тянешь на себе. Пирамиде очень хорошо, золото белого цвета, искрящегося много, радость наверху бело-золотой. Спускается, конечно, спускается. Все в энергиях, все в энергии. Появилась сирена, начала мигать красным светом. Представляет закрытыми глазами свет, как вам удобно. Если вам проще сделать это с закрытыми глазами, то делайте закрытыми глазами.
Зеваю сильно долго. Снизилось. Девчонки, мальчишки, вы теперь пишите, на сколько снизилось, потому что я же не помню, у кого сколько было, а на сколько. Или снизилось, или поднялось. Поднималась тоже не одна в середине толпы. Давление такое же, пульс почти такой же. Очень давит лоб и правый висок. Лоб. Это везде, где давит, где болит, это негатив. Любой негатив можно и нужно убрать. Представляем энергетический пылесос, также на тонком плане. Просто представили небольшой пылесос, сделали его удобным для себя, воткнули в то место, которое болит или давит, без разницы, это будет голова, висок, сустав, печень, только не сердце. С сердцем категорически напрямую работать нельзя, только с четвертой чакрой. И поджелудочная, аппендицит, вот это вообще шикарно. Порез, ожог. И энергетическим пылесосом высасываем эту боль, этот негатив. На 10 пунктов поднялось. Пульс выше на 2 единицы. Немножко. Голова прошла, боль. Усталость прошла. Выше. Пульс упал. На 1 единицу. Ну, тоже так несущественно. Макушку давит, затошнило. Люб, с макушки пробку выдирай. С макушки из копчика. Сейчас просто вот хороший выход пошел. Зевота, давление. На 8, да? Упала. Хорошо. Эту толпу ощущала, как знакомые с работы. Люди сказали, что шубла. Нельзя. Нельзя этого делать. На работе вы должны относиться к работе просто как к работе. Вы должны хорошо выполнять свою работу. Все, не больше. Свое тратить нельзя. Все, свое вы должны тратить только на себя, на повышение своего положения. В любом случае, социальное, физическое, на тонком плане, только для себя. До этого мы еще дойдем. На 30 скинула. Кто скинул, это хорошо, это комфортно. Вот у кого, или даже не так, у кого давление, я же не знаю, у кого какое рабочее давление, вот у кого приходит в норму, на нормальное, это хорошо. У кого оно поменяло в худшую сторону, да, это уже говорит о том, что деньги играют. Они, естественно, играют важную роль в вашей жизни, но идет управление денег вами. Хотя на самом деле должны управлять деньгами мы. Это может быть и страх, и какие-то ограничения. Я с вами очень часто разговариваю о деньгах, мы работаем с деньгами, да? Но не скажу, что это мало или много, но тем не менее каждый из вас делает какой-то определенный шаг к пониманию той ситуации, в которой он находится. Что-то чистим, что-то выравниваем, но в первую очередь нужно думать мозгами. Снизилась, зеваю, лоб горит, ухо дергаю. А просто вот так вот. Раз и снимаете 70-56, глаза задавило, также пальчиками глазки чистим, 70, пылесосом почистил,
боль в горле стала проходить. Вот элементарные действия, но вот они реально работают и помогают жизни, ну, на здоровье. Легче стало, как отпустила после приема. Что-то со спиной происходит, не пойму, стряхивай со спины. Рот не закрывается, это хорошо. Вспотели ладони, хотя жара вроде нет. Угу. Чистка уже идет. Я вот уже сижу с вами, да? Я сижу дома, в принципе, ничего дома такого не делаешь, да, в квартире. У меня руки уже грязные, липкие. У меня не жарко, я только недавно открывала на минус 25 на улицу окно. У меня достаточно прохладно. Это работа. Хотя я руками физическими с вами не работаю, фантомными, и то уже идет. Если я сейчас пойду мыть руки, они у меня будут, пена будет серая. Откуда, что? Ага, упала. Я привела этот пример просто, чтобы вы видели, что происходит с вашим организмом. Физически мы сидим, ничего не делаем, абсолютно, вроде бы даже не волнуемся, да? Но работа идет, вы думаете. Возможно, у кого-то происходит осознание, понятие, принятие чего-то. Даже если этого не происходит, сейчас, в данный момент, работа идет по деньгам, по поступлению денег в вашу жизнь. И даже ничего не делая, да, вы видите, как реагирует организм на энергии, на ту работу, которая сейчас идет. Не говоря о том, что кто-то видит, кто-то еще чувствует дополнительно, какие-то, возможно, неприятные ощущения по телу идут. Угу. У меня руки загрязнили, сейчас заметила. Да, я часто на это внимание обращаю. Угу. Глаза лечила, да? Мурашки пошли по всему телу. По телу, но так приятно. Состояние великолепное, прилив сил. Угу. Молодцы. Жидкость, в которой вы лежите, грязная. Периодически она меняется, сливается, заполняется новое, чтобы вы не думали, что вы лежите в одной и той же грязи, такого быть просто не может под энергиями, под моим управлением. В ушах свистит. Кто-то говорил, что уши закладывает. Да? Возможно, даже не было перепада давления, но, тем не менее, организм среагировал на это. Уши закладывает, свистит, когда идут перепады. Когда идет какое-то внутреннее беспокойство, которое вы даже не чувствуете, не понимаете, не осознаете. Организм вообще это такой тонкий инструмент, но просто слов никаких нет. Нет, я так ощущаю энергию. Угу. Низ живота тянется, второй чакры пробку дернуть. Пробку сдернуть, это когда вот идет какое-то давление, да, вот что-то неприятное. Представили, да, что это пробка, на самом деле пробка грязи. Обязательно у нее будет хвостик. Вот вы этот хвостик фантомными пальцами зацепили, намотали и дернули. И выкинули. Энергия пошла. Там, где пробки, застой энергии, энергия не проходит, которые идут. В голове загудело. Угу. Вот смотрите, казалось бы, ничего с точки зрения обывателя мы с вами не делаем. Да? Но какие изменения у всех
идут, что-то происходит. В любом случае, на какой-то шаг, на какое-то действие вы уже становитесь ближе к той цели, к которой вы стремитесь. Вход бросила. Обычно, когда вход бросает, это сущности выходят, но не маленькие такие. Это очень хорошо. Вообще по деньгам очень много негативных магических программ, негативных сценариев, которые идут по карме с прошлых жизней, идут по карме рода, наработанные уже в этой жизни, заложенные стереотипы. Я, наверное, не знаю такого разнообразия больше ни по чему другому, ни по одному аспекту жизненному. Вот реально. Столько приходится ковыряться в этом. Долго. У меня просто нет слов. По деньгам была у вас на курсе. На день ноги отнялись. Страшно было. Угу. По деньгам была. Лен, ты же говорила, я говорила, да, что нужно делать. Потому что всегда, когда идет работа, нужно не молчать, нужно спрашивать и что-то делать. В этот раз у нас курс был... Ну, у меня нет слов. Какой? Работа шла просто огромная. И в любом случае, вообще и в общем, все, что я делаю, ну, делаю я в первую очередь для себя. Учу вас, как делать. Все это я делаю, естественно, в первую очередь для улучшения своей собственной жизни. Точно так же, как должны делать это вы. Я должно стоять у вас на первом месте. В первую очередь вы делаете для себя. Так же, как кушаете, ходите в туалет. Вы же это делаете только для себя, правильно? Не для папы, не для мамы, не для мужа, не для жены, не для детей, не для внуков. Вы это делаете для себя. Точно так же о своей жизни должны заботиться в первую очередь. Потому что если у вас будет все в порядке, все хорошо, соответственно, волной пойдет, будет хорошо у ваших родственников и в первую очередь у ваших детей, внуков и так далее и тому подобное. И еще один аспект, немаловажный. Поскольку, ну, левых людей на таких вебинарах нет. Если человек ходит, значит, он занимается собой, работает над собой, чистит, проводит какие-то ритуалы, мантры, медитации. У вас стремление к тому, чтобы сделать жизнь лучше, богаче, веселей, сытней. И в тот момент, когда вы работаете над собой, а это происходит у вас практически каждый день, изо дня в день, из года в год, никому ничего категорически давать нельзя. Пришла соседка за солью, за коробком спичек. Просто так, горсть соли, ну что это такое, да? Или вы идете по улице, попрошайка, вы пару копеек кинули. Казалось бы, это мелочи, да? Вы без этого можете обойтись. Вам это ничего не... роли никакой не придаст. Но вся ваша работа, которую вы делаете с собой, пошла на смарку.
Все, что вы сделали для себя, вы отдали кому-то другому. Все. И вот так вот человек работает, 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 уже задолбался. Да когда же будет-то мне счастье? А счастья не будет, пока человек не начнет думать головой. Это один момент. Другой момент. То, что ну, надо же быть добрым, белым, пушистым, надо делиться, да, как нас воспитывали. Но Вселенная как расценивает? Если вы отдаете что-то, значит, это вам не нужно. Без разницы, сожаление, жалость, сочувствие или какие-то материальные вещи. Соответственно, вам не нужно. И Вселенная начинает давать вам еще меньше. Кто-то ошибается, ошибочно думает и начинает давать еще больше. В итоге что? Ничего хорошего. Поэтому запомните, никогда ничего никому не давать. Что с кармой делать своей рода? Саш, вопрос на самом деле очень объемный такой. Я сейчас на него просто не отвечу. Ну, теперь кисти рук как будто в теплых перчатках стали. Угу. Энергии пошли, прошли, очень хорошо это. Прожгли, спину тянет, скидываем все со спины, потому что мы очень много тянем на себе. Сейчас этот курс можно получить, он будет работать, да, он будет работать в записи, да, продается там какие-то, я сейчас даже не скажу, я просто не готовила, но в феврале будет весь февраль сессии по деньгам. Февраль денежный месяц, мы будем работать по деньгам. Курс был супер мощный, до сих пор смотрю сеансы, чищу. На здоровье. Много промывания происходит, то в жар, то в холод, мурашки, дрожь по телу. Это энергия, это следствие энергии. Это следствие того, что сейчас с вами происходит. Отдавать долг. Долг отдавать, конечно, можно и нужно, потому что зачем вам нужны потом кармические узлы? Вещи дарить? Да, можно, но я предпочитаю не дарить. У нас был об этом разговор, я предпочитаю их выкидывать, натурально выкидывать. Точно. Почему я захотел сильно пить? Вода стоит, заряжается. Пить организм очищения, опять же, вода нужна. Вода. Немножко попозже, возможно, пойдут работать почки. Посылки детям, конечно, можно. Но, опять же, вы должны понимать, что не нужно тащить взрослых детей на себе. Есть суперзабота, что и мысли, что дети без вас не справятся, ну, кто-то как-то справляется. И определенные рамки заставляют людей становиться умнее, взрослее, начать думать не только о себе, но и о своем будущем. Поэтому я призываю контролировать себя в отношении помощи своим детям. Потому что рожали, создавали семью, они для себя, не для кого-то. А вы работали, вырастили. И сейчас лишнюю копейку вложить в себя, в свое здоровье, обеспечение, развитие, удобство гораздо лучше. Это больше скажется в плане достатка на ваших детях, чем те деньги, которые вы бездумно посылаете. Но опять же, тут я в общем общую ситуацию говорю, а там уже вам самим регулировать это нужно. Отдавать нельзя, когда просят, попрошайничать нельзя. Когда попрошайничают, нет. Кто-то продает лишнее, то, что вам не нужно. Подарки можно, да, дарить, это энергообмен идет. Что за курс? Денежный курс, там у нас очень много было. И карма рода была, ситуация, когда было раскулачивание, там очень большие
объемные темы поднимали. Стоит вода, пейте. Сегодня что-то непонятное с руками, то ли ломят, то ли энергии идут. Люб, это просто вот, все, что раньше было, сейчас вот сегодня он день такой интересный, как переломный. Пусть оно все выходит, чистится. Старые, неподходящие уже вещи или детские отдавать в церковь. Сейчас я вам расскажу ситуацию. Вот именно по церкви. Была у меня знакомая. Она, ну, как работала, ходила и помогала в церкви. И рассказывала мне ситуации, которые там происходят. Там в церковь отдают различные вещи, кто-то новое отдает, что ему не нужно, или кто занимается торговлей, вещи, продукты, без разницы. И как вот эти люди, которые там работают, находятся, готовят, моют, подметают, там же, ну, как свой контингент, как, прости Господи, они обсирают тех, кто приносит бэушные вещи, это просто словами не передать. И эти вещи, за редким исключением, я не говорю, что это происходит везде, но это чисто человеческая натура. И эти вещи, они не попадают по назначению в основной своей массе. Хорошие вещи они разбирают между собой, все остальные вещи идут или на свалку, или этими вещами моют что-то. Чего нельзя делать категорически. Вот. Поэтому нужно 10 раз подумать, что делать со своими вещами. Я пока жила в частном доме, я просто все сжигала, выкидывала. Выкидывала достаточно хорошие вещи, я не умею продавать. Выкидывала, потому что я поняла, что людям без разницы каким. Дай один раз, отдай. Второй раз, скажут спасибо. Потом будут ждать, а потом будут уже требовать. А потом уже будут обсуждать. Ах, она такая сякая, да зажралась, да такие вещи. И так далее, и тому подобное. Это, ну, чисто в человеческом виде. Это... С одной стороны, нормально, но мне это не нравится, поэтому сейчас у меня есть галочка Галина Михайловна, мы с ней работаем, у нее свой дом, у нее есть печка, и вот туда, прямой наводкой. Если нет возможности, я просто вещи привожу в то состояние, в котором ими вообще невозможно пользоваться, это режу всячески, и выкидываю на помойку. Потому что в моих вещах, ну, естественно, в моих вещах нет энергетики моей жизненной, денежной, здоровья, я ее забираю. Те, которые просто люди выкидывают, там есть. И, соответственно, кто будет этой вещью пользоваться? Энергии, они, как любая... субстанции, они имеют способность смешиваться. И неизвестно еще, как повлияет на вас другая чужая энергетика. Точно так же, как фотография несет прижизненную информацию. Точно так же несет информацию ваши вещи. Когда вещи выбрасывать, надо какой-то ритуал провести, иначе как бы отдаем, да. Надо, ой, как много хочется рассказать, но просто вот в одном не удастся. Есть у меня практика, как это делать, забирать энергетику из вещей, из фотографий. Кстати,
В январе, по-моему, я запланировала. Примерно похоже будет. Кто-то мои старенькие ученики уже знают, как забирать энергию из вещей, фотографий. И там будет работа, как работать, если сделали порчу на вещь или на фотографию. Примерно то же самое. Просто за расписанием следите. Да, это очень важно, это очень полезно. Приступ кашля начался. Ну, работа идет. Работа. Водичку пейте, горло смачивайте. Когда начинаю чиститься, сильно зеваю все время. Кислорода не хватает в крови. Выход идет. Идет зевота. Ноги покрутила, много перестала. Возврат энергии. Примерно, да, Люд, это примерно. Тут там немножко свои нюансы есть. Это вот то, что у вас есть, вы уже знаете, как это делать, поэтому вам понятно. Ой, благотворительность. Ой, моя любимая тема, девчонки, мальчишки. Я просто по мере того, как я читаю, потом до конца дойду. Благотворительность коровкам можно давать свет. Каким коровкам? Во-первых, во-вторых, очень много людей. И бытует мнение, что мы должны и обязаны десятину отдавать, да, заниматься благотворительностью. Сейчас я тогда все прочитаю, потому что будете вы мне сейчас отвечать. Так, старыми вещами, полотенцем нельзя ничего мыть. Вещами. Потому что это здоровье, это деньги. В грязи ваши вещи, вы это все снимаете, смываете. Нельзя топтать. Вот есть некоторые идут, бани раньше были, да? Я не знаю, как сейчас, я вот знаю, как делалось это у нас в семье. Снимают грязную одежду под ноги, топчутся по ней, идут в баню. Мало того, что половик есть, но половик он половик, да? Выходят помытые, чистые, мокрые, встают на свою одежду, топчутся, вытирают ноги. Это вытираете ноги, особенно мужчины, да, это делают по своим труселям. Это нельзя делать. Втаптывание в грязь своего достоинства. По сути, это касается любого человека. Это нельзя делать. Потом считают, как должное, да, порезать вещи. Подумал, ой, что-то у меня прям горит. В одно время носила в церковь, как увидела объявление, что они принимают только новые вещи, бытовую технику. Да, вот абсолютно. Мне просто вещи целыми. Надо будет иметь в виду, да. Подкатывает чувство тошноты в желудке. Вы просто не представляете, какая сейчас идет работа. У вас идет работа в голове, у меня работают энергии, у меня привычка, я работаю, и я вот в данный момент, да, я вытаскиваю то, о чем мы говорим, что у вас поднимается, какие ситуации, какие-то ограничения. И вот это вот все убирается. Работа идет просто грандиозная. Вот просто грандиозная. У меня щеки горят до невозможности, у меня же давно такого не было. Старый просто нельзя рвать, использовать как ветошь. Сон это вообще. Сон это наиглавнейшая ценность человека. Без воды, без еды можно прожить какое-то время. Без сна человек сходит с ума. Кушать сильно хочу, да на здоровье. Сейчас и зарядка, и чистка. Без конца выбивает интернет. Ну что ж теперь? У меня что-то почки начали шевелиться. Замечательно. Костя тезка, сын Костя Гусев. Круто, полный тезка. Свекр тоже. Полегче стало. Шея с левой стороны ноет за левым ухом. Руками берем, да? Встаем, вытаскиваем, выкидываем. О, я не знала, что это значит таптывать свое достоинство. Да, вот, Оль, я вот про это говорю. Раньше так и делалось. В теле все бурлит. Замечательно. У меня тоже вот сегодня подъем, да, потому что, смотрите, да, все достаточно активно участвуют
все понимают, что что-то у них происходит, и идет работа очень большая и очень активная. То, что сейчас происходит, я вот даже вот, ну, и в записи это будет работать. Даже пересматривая вебинар, даже уже не слушая энергии, вибрации, будет идти работа, будет идти чистка. У меня все вебинары рабочие. Бревно в груди, я, наверное, с вашей помощью убрала, не давит. Ну, замечательно, Оль, я рада. Все тело трепещет. Итак, девчонки и мальчишки, что касается благотворительности, давайте вспомним, откуда взялось это слово благотворительность. Нырнем в историю. Вспомните, кто занимался благотворительностью. Крестьяне, рабочие, крепостные, помещики, купцы, аристократы. Просто опять это меценаты, да, купцы, богатые люди. Это навязанное мнение. Это дойка людей на деньги. Люди не бедные. Угу. Те, кто не думает, что он завтра будет есть, чем будет кормить детей, и во что их одевать, обувать. И раньше государство, и сейчас, если человек занимается благотворительностью, перечисляет официально какой-то детский фонд, детский дом, еще там, я не знаю куда, ему идет скидка по налогам. Вам идет какая-то скидка по налогам или еще что-то, когда с вас тянут деньги? Когда вы отдаете свое честно нажитое? Просто подумайте, я об этом уже говорила, когда вы отдаете свое. Вселенная понимает, что вам достаточно какого-то необходимого минимума и начинает давать вам еще меньше. Вот. А всего-то навсего стоит задуматься. Господи, вы не представляете, какая я раньше была. Надо мной бабушка моя рыдала крокодилими слезами, дура простодырая, добрая, белая, пушистая, себя снимет, все отдаст. Я просто о чем говорю, я через все это проходила сама. Я ломала себя через коленку, ко мне всегда все обращались, я реально отдам последнее. Когда я работаю достаточно давно с собой, работаю, не видно, где деньги, где то счастье, которое должно быть после той работы, которую я вкалываю в отношении себя. И постепенно до меня дошло. Когда я говорила «нет» первый раз, мне было плохо, мне было стыдно, меня ломало изнутри, меня крутило, у меня слезы, стыд, вина. Это вообще ужас был какой-то. Сейчас, когда я говорю «нет», я кайфую. И так про себя думаю, ну попросите у меня еще что-нибудь, ну попросите, чтобы я почувствовала кайф от того, что я говорю «нет», и пошли вы все куда подальше. У меня только кисти потеют, больше никаких особых эффектов нет. Вот тут зачешется, вот там кольнет. Это идет работа, у вас организм перестраивается, кровь бежит по венам.
по телу полностью, да, энергии бегут по телу. Оно вроде кажется, ничего нет, да, вот мы просто лежим, ничего не делаем, читаем, у нас ничего, ни где-то там не конет, а энергии идут, и вроде там очередной удар по башке, да, ну, я в этом отношении не то, что люблю шокировать, я просто заставляю вас задуматься, на чем основано определенное поведение, что мы делаем, для чего мы это делаем и к чему это приводит. Поэтому 27-го постарайтесь обязательно зайти на вебинар, там будет вообще полный аут. Продавать вещи можно, да, предварительно вытащив из них свою энергию, особенно детскую энергетику нужно. Детская энергетика, она особенно слабая. Даже вот элементарно, это хорошо сейчас, да, у всех машинки. Раньше ребенка искупали в этой же воде, стирают пеленки, потом моют пол. Это категорически. Это воспитание нужды, нищеты и болезней. Обратите внимание, да, то поколение, если оно не меняется, сколько поколений вот так вот выросло, и что сейчас с нами, с людьми происходит? Просто выводы, просто элементарно выводы. Ой-ой, спецэффекты, появилась голова, закружилась, затылок заболел, затылка, пробку дернули. Морозит весь сеанс. Замечательно. Страхи всколыхиваются. Вы меня быстро научили говорить «нет». Я рада. Я очень рада. Морозить стало. Сейчас объясню, когда морозит. Не просто холодно, вот именно морозит, морозит. Иногда до трясучки, до такой, что бывает иногда страшно. Идет работа. Опять же, ты посмотри, у меня как лицо начинает гореть. И жарко, жарко. Прожариваю эмоции. Это все же у нас на эмоциях. Я почему люблю работать в натуре? Чтобы вы видели мои эмоции, чтобы вы видели мои глаза. Идет работа. Идут какие-то моменты, которые, ну, они важны. Любой момент важен в жизни. Что происходит? И глаза не соврут, слова могут соврать, да? Эмоции, это насколько нужно себя контролировать, чтобы вот так вот врать, это практически невозможно. И идет взаимодействие мое и ваше. Работа просто идет дальше шикарно. Вот, итак, идет работа, где-то там что-то кольнет, ладно. И идет чистка. Если уходит сущность или уходит какая-то достаточно большая негативная программа, возможно, магическая, организм, это очень хорошо. Но поскольку эта программа очень долгое время была в нашем организме, организм воспринимает это как потерю своей собственной энергии. Это что? Это, естественно, холод, мороз, трясучка. Но это очень быстро, в принципе, достаточно проходит. Чтобы прошло еще быстрее, можно и нужно что-нибудь горячее, сладкое или горячее со сладким. Или, если есть возможность и вам можно, то можно горячительное. Грамм 100 разом, залпом. Ну, или кто, ну, лучше залпом, от 50 до 100 грамм. Потому что работа идет еще лучше. Почему это происходит? Алкоголь, когда вы пьете, да? Немного, а вот так вот, по чуть-чуть, идет обострение сознания. Измененное сознание идет. Вы лучше воспринимаете, видите, слышите, чувствуете. Дальше уже идет перебор. И вот в этот момент, в принципе, можно согреться. Когда у нас будет тотальная чистка, я вас всех буду гонять, чтобы вы по чуть-чуть, но пили, потому что чистка идет легче. Мозг быстрее
ориентируется. Неспаемый народ каждый день. Не-не-не, не каждый день категорически. Оль, будет практика вебинара. Следите за расписанием. Возникло ощущение, будто ноги местами переставлены, боль в пупке появилась, спала до сих пор. Ну, у тебя чешусь, все окна закрыты, я замерзла. Как правильно пробку вытащить? Я первый раз здесь. Еще раз повторяю. Пробка, да, это сгусток негатива, плотный такой. Вот представили его темный, да, пробка круглая, как винная, может быть круглая какая-то, объем может быть разный. У любой этой пробки есть хвостик. Ниточка. Не буду сейчас говорить ощущения, с чем сравнивать. Но в принципе оно все равно. Фантомными пальцами залезли в то место. Это может быть сустав, плечо, да, это может быть висок. Зацепили ниточку, намотали и резко дернули. Пробка замечательно выскакивает. И дальше энергия идет, или грязь легче, быстрее выходит. Так, прилегла на чуть-чуть, ноги от колен, мели, прошло все. Про вещи много полезного. Муж машину любит мыться, не знаю, угу. Можно, да, можно. Можно по записи работать. Комплекс неполноценности. Можно будет. Ну, почему нельзя? Можно все как пробку сдергивать. Самое главное, чтобы вы понимали, что как хорошо вышибает. Так, угу. Здоровье. Не могу никак вытянуть пробку с головы. Алин, тянуть не надо, надо дергать резко. Как вот вы руку стряхиваете, да? Вот так вот нужно дергать. Тянуть это не выход. Раз дернула, второй раз, третье. Это страх. Со страхами тоже, Свет, я просто сейчас не в силах вот это вот все охватить. Сейчас хочу немножко отвлечься, да, по этой теме мы говорили, я говорила, что в первую очередь на себя. Для себя. Не нужно считать это эгоизмом. Вот. Пройдите, пожалуйста, по ссылке, почитайте. Буквально вот я перед вебинаром, мне попался этот анекдот. Собственно говоря, да. Ну, вот этот анекдот можно расценить как издевательство над нищей женщиной. Но это урок, это наглядное пособие к тому, что нужно, даже если у вас минимум, самый минимум какой-то, все равно нужно стремиться из этого выжать все, что возможно, и покупать не конфетку внуку, а купить себе, ну, элементарно, носочки какие-то, носовой платок, труселя. На что у вас хватит денег? Да то же самое мороженое, которое некоторые, отрывая от себя, дают детям, внукам. Вот просто... Это как пример, задумайтесь об этом, о том, о чем я сегодня говорила. Потому что даже если вы будете проводить какие-то ритуалы по привлечению денег, что-то делать для себя и продолжите... Что последнее слышали? Молодец. Круто, начинаю себя любить. Первый раз пойду на маникюр. Угу. Что последнее слышали? А то я уже, по-моему, забыла, что я говорила совсем. Обожаю покупать себе мороженое. Вот оно мелочь, да, но ты делаешь себе приятно. Начинаем жить, ой, умнички. Вот мне нравится вот такой настрой.
Не так, что ура, вперед, там на мины, на амбразуры, а вот именно рассудительно и понять, что что-то, что ты делаешь неправильно в своей жизни. Так, ну и как я обычно, как всегда, я забыла, я увлеклась, я работаю, мне не до чего. Перед Новым годом, да? Так, так, так. Так, так, так. Во, вот оно. Перед Новым годом будет сессия с подарочным посвящением, потому что, как Слободчикова Лена сказала, я Снегурочка в этом месяце. Вот. Какого числа, я не помню. Сейчас откроем и все посмотрим. Декабря в 21 по Москве. Вот. Будем что-то делать по деньгам. Конкретно пытаться присосаться к эгрегору золота или богатства, или любого другого чего-то. Потому что очень многие стоят на обочине. И перебиваются, можно сказать. Вот. Вселенная безгранична. Абсолютно безгранична. Всего для всех хватает, в том числе и денег. Но нужно начать с себя. Не с кого-то, что там кто-то мне не заплатил, кто-то мне должен, кто-то меня обманул. Нужно самим решать и понимать, что для вас полезно. Как полезно поступать для жизни, здоровья, денег, дохода, отношение самому к себе. Начинаем жить и продолжили жить. Позволить себе жить. Живем. Мне нравится. Я прям довольна. Вот. Маргарита, ну ты вот я вот про это, да, я уже забыла. У меня это уже из головы вылетело. Поэтому нужно ходить в красивые места. Сейчас я еще опять договорю, да, там еще куча полезного. Вот, казалось бы, какой-то мизер, непонятный, но из этого мизера можно для себя вытащить очень много. В красивые места, чтобы вкусно кушать, пить, слушать хорошую музыку, нужно себя любить и баловать. Вот абсолютно молодец, пора уже прилипнуть, нужно с нами нить, не знаю, на что нить, благодарю. Не так давно я опять же рассказывала, да, и пример вот вам приводился. Рынки, базары, придомовые магазинчики, да, все мы туда ходим. Вот, ну, я по большей части, конечно, как человек ленивый и то еще и пятое, и десятое, я в основном заказываю продукты, мыломойку и все прилагающее на дом. Мне доставка на дом идет, чтобы мне самой не корячиться. Доставка в коридор идет. Это очень удобно, но сейчас поговорим о том, куда мы ходим. Я потому что выхожу достаточно редко. Тем более, если нет необходимости, по воздуху, по свежему я не страдаю, мне нужно, я открыла форточку, подышала, все, мне хватит. Вот. Сделайте себе эксперимент. Те места, куда вы ходите, да, постоянно, выберите время просто погулять. Выберите магазин, продуктовый центр, который, ну, насколько-то там порядков
выше, чем вы привыкли ходить и покупать. Можете даже ничего не брать или взять, купить какую-то мелочь. Но войдите в магазин, да, соберитесь, оденьтесь, не как взмыленная лошадь, примчитесь, а просто сходите в магазин, как в музей. А, нить, я тоже люблю нить говорить, писать. Мы проговорили, что классное самочувствие, когда говоришь нет, обожаю, обожаю это дело. Вот. Как в музей. Зашли, вот у нас есть Керуэн, Люда Мальцева была, у меня знает, да? Достаточно красиво, не скажу, что сильно дорого, как бы, ну, да, отличаются цены. Я, когда туда захожу, я просто получаю эстетическое удовольствие от того, как там выставлены товары. Я когда первый раз, это было лет 5, наверное, назад, приехала в Астану с сестрой, и мы попали в этот магазин, я только зашла, говорю, вау, вау, я хочу здесь жить. Все. Я поставила себе цель через несколько лет, я переехала сюда. И вот в этот центр я просто хожу получать удовольствие. Я могу там ничего не взять или взять какую-то мелочь. Ну, просто доставить себе удовольствие. Не факт, что я и буду пользоваться там мыло, крем какой-нибудь, да, шампуньку или еще что-то. Вот мне просто хочется вот в данный момент вот это вот взять. Я потом это могу подарить. Ну, тут у меня есть или мама, или знакомая с ней, у меня очень хороший энергообмен идет, нормально все. Я получаю удовольствие. Вы точно так же пройдитесь по такому центру, как по музею. Вот. Вы не любите, вы правильно делаете, себя любите. И то я не умею это делать до конца. Опять же, я только учусь. Вот. И, блин, опять зависла. А, нет. Отвисла. Потому что Алиса с какого-то перепугу. А, и вот есть в этом центре, сейчас скажу, это можно сделать. Не нравится мне это. Подвисает, ага. Вот. Сейчас я вот прям на таком примере. Вы можете вот в этих магазинах дышать, вдыхивать в себя энергию богатства, благополучия. Потому что ну, такие магазины, соответственно, ходят люди, у которых достаток выше, да, чем вы себе можете позволить. Вот есть в этом Керуэне небольшой бутик, ну, небольшой, как ну, с комнату, зал, скажем так. Якутские алмазы. Якутские алмазы. Вот я не помню, мы, Люда, с тобой заходили, не заходили. Иногда я сама туда захожу, иногда со своей соседкой. Итак, Наталья, дыши. Дыши, глубже дыши. Дышите глубже, проезжаем в Сочи. И вы дышите не просто воздух, вы вдыхаете эмоции, эманации, богатство. И получаете удовольствие. Мало нет, не заходили. Угу. Может быть, из мирного. Я люблю ходить по ювелирным гипермаркетам, да. Опять же, гипермаркеты, они различаются по своему уровню, да. Естественно, выбираете те, которые получше. Идете, кайфуете, просто гуляете, как в парке, как на аттракционах. Устройте себе аттракцион. У меня кошки дома ходят, будто что-то выкашливают, сидят. По животным вообще очень хорошо видно, что происходит.
несмотря на то, что кошки, они обожают негатив, во время сеансов, посвящений, все они кайфуют, потому что идет у нас чистка, они этим буквально питаются. Ну, тут уже, видимо, перебор. Представляете, я говорю, я сама даже не представляю, сколько, насколько мощно у нас с вами сегодня прошло общение, очищение, переосознание, понятие, принятие чего-то. Даже если какую-то грамулечку вы взяли, что-то полезного, и то это очень хорошо. Даже из всего объема, скажем, 100%, да, вы взяли 1%, и то это очень хорошо, потому что это даст дальнейший толчок к вашей работе, что-то изменить в своей жизни. Это просто замечательно. У себя захожу, это я знаю, да, ювелирки, камни, как на выставке. Куда кошки негатив девают, весь, не знаю, они просто им питаются. Это у них такое энергетическое устройство, собаки на это не подходят. Почему кошки? Все говорят, ну вот, как кошек очень хорошо, они лечат. Они не лечат. Если человек болеет, они не лечат. Они не делают вам хорошо, потому что кошкам вас жалко, они вас любят, они хотят сделать вам хорошо. Ни хрена подобного, простите меня за мой французский. Они идут на негатив, он для них вкусен, и они тащатся с него. Просто это их работа, их структура, их образ жизни. Да, они делают это для себя. Сегодня он была в ювелирке, браслетик серебряный на подарок покупала. 3 кошки. В течение дня они это выкашляют периодически. Но обычно кошки кашляют, они же вылизываются в шерсть. Вот. Если вы работаете, они могут еще и плюс негатив, который не усваивают. Иногда его достаточно много из человека. Выходит, что они не всегда справляются. У меня кот в ноги уперся, не согнать. Вот что касается посвящений, да, пишут, убрать животных из комнаты. Ну что за дурость, что за дурость? Если вы животного, с которым вы живете, вы общаетесь, выкинете во время посвящения или сеанса из комнаты, закроете в другую, там, на кухне, в ванной, дурдом. Какой сеанс, какое посвящение он не даст? Животное не даст вам нормально поработать. Посвящение, сеанс. Все двери открыты. Животные ходят, ползают, летают, где хотят. В этот момент они ведут себя тихо. И они идут на энергии. Все любят энергии. Кошки, собаки. Все животные, все растения любят. И они так или иначе воспринимают, и они с ними работают. И, ну, просто супер взаимодействие идет. От меня кошка пушилась часто. На здоровье. Да? У кошек так энергетика выстроена, что они именно это делают. Вот так вот. Так что... 21, да? 21 декабря у нас будет посвящение, сессия для нашего развития, на наше стремление получать от жизни больше, чтобы жить лучше. Голова разболелась, но я сегодня долго, это я не считаю хорошим, когда идет больше часа, но вот сегодня вот как-то вот пошло вот так вот, что мы очень много разговариваем. Хотя час, в принципе, я считаю нормально. Не устает ни я, ни вы, легче дается. Ну, а тут просто большой объем пошел. Поэтому, ну, извиняйте, не виноватая я. Она сама приходит, инфа, да, вот. Нужна информация, да? Тут я согласна.
И я рассказываю примеры и опыт из своей жизни, из своей работы. Просто из интернета ничего не берется. Это мой личный опыт. Через что я прошла сама, что можно изменить и сделать жизнь лучше. Угу, нравится, я рада. Хорошо, много работы идет, да. Все чудесно, много нужной информации. На здоровье, на здоровье. Ну, я рада. Я рада. Я рада, довольна. Так, еще раз, да? Еще раз, вот. Держите. На здоровье. Все интересно, очень полезно. На здоровье. И я вас люблю. Благодарю. Всем пока. На здоровье. Отдыхаем.